Но уже конец близок. Конец близок. So now we have to make every tooth. Нет. Give him. На вот это. Три уровня и еще там один. Тут мало. Riding the storm. Это мы начинали, но нам нельзя было пройти. Помнишь, там было много фей, не хватало. Вот это было, помнишь? Все. Сейчас будут они призывать кого-то. Хокус-покус. Хокус-полокус. Фокус-фокус. Все. И мы отправляемся, наконец-таки, дальше. Пам. Что тут будет? No, don't go there. А, я помню этот, помнишь уровень? Аккуратно, Настя. Ну вот что, вот я прошел, а ты не прошла. Wait. В чем проблема твоя? Ой, мы полетим тут. Ну, Настя, ну хватит уже. Две смерти на пустом месте, когда еще уровень не начался. Так, все, пошли вниз. Где ты? Здесь смотри, да, тут смотри, смотри, электричество где. Вот здесь можно пролететь. Здесь можно пролететь. Вот так вот надо будет летать, короче. Еще кого-то убивать придется. О, смотри-ка. Бомбочки по нам. Ты не иди вперед, я вперед иди. Сзади стой. Что ты опять вперед? Мух не надо, ладно, не успеваем мы их убить. А, мухи прилетели, оказывается. Они были далеко, а теперь прилетели. Бомбы можно засасывать, пытаться, то есть, если захотеть прям. Ой. Можно было и через электричество прилететь, смотри. Не так сложно прям. Ой. Аккуратненько. Главное вдвоем не умирать. Ой. Главное вдвоем не умирать, да, Настя? Да. Снова заново все. Стой сзади, Настя, что ты опять ко мне? Тут не надо близко проходить, помнишь? Давай, Настя, пожалуйста. И мы тогда не будем умирать вместе. Потому что ты опять там умерла и все. Давай, давай, давай. Не умирать. Не умирать. Держись до конца. Не умирать. Держись до конца. Здесь без здоровья какое-то давали дополнительно. Чего так делают-то сложно? Одно здоровье дотронул, все проиграл. Ну, что за фигня? Как так? Ну вот, я случайно там что-то бомба взрывается. Вот это вот искра, короче. Идет во все стороны. И вон я умираю. Я ничего не вижу, честно. Потому что здесь столько эффектов просто на одном экране. Нифига не видно. Огонь аккуратно. Может бомбы вообще не убивать, а их засасывать? They give four. Не, просто засасывать и взрывать. Они что дадут, наверное? Просто потому что от них взрыв этот во все стороны, меня бесит. Так, это, видимо, сохранение сейчас. Смотри, сейчас будет продолжение. Но уже скоро конец игры, Настя. Уже прям вот я чувствую скоро. Там только, по-моему, один уровень будет такой жесткий, там тебе прыгать надо. Я ненавижу его. Но я попробую пройти, у меня все-таки опыт есть уже, как проходить. Ой, куда это я? Что я делаю? Сейчас проиграть можно. Ну вот. Я как ошибку сделал, мы сразу проигрываем. Соберись, Настя. Соберись. Все у нас получится. Ну ты умираешь, передо мной лети. Че ты сзади летишь? Я тебя не восстановлю. Ближе. Я когда умираю, вот так вот. Передо мной. Да. Because I'm in front of you. Да я и говорю, вот так вот и делай. А че ты, где ты ходишь-то? Я уже даже не собираю, видишь, мне уже...
не хочется ничего собирать и стрелять. Потому что я знаю, что ты опять умрешь. Все, сконцентрировались. Муху бьем. Во, я пролетел. Во, передо мной сразу. Видишь, все получилось. Так, здесь надо что-то уничтожать, что-то открывать, смотри-ка. Я не вижу себя, не иди передо мной, пожалуйста. Как отключить? Ты смотри наперед, как отключить. То есть я не замечаю иногда. Это я виноват, кто полез вперед. Здесь вообще надо сзади стоять. Пушки еще вот эти уничтожать надо, которые мешают постоянно. Так, ну здесь смотри, да. Раз, два, три, поехали. Освободи меня. Все. Тири-тири-тири. Собирай двойные. О, очки. Отлично, очень много собрали, кстати. Да, можно уничтожать эти штуки, оказывается. Так, не умри, только меня восстанови. Ой, айсо. Передо мной, передо мной. Давай разделимся опять, чтобы понимать, где кто. Ой. Ты за себя смотри, я за себя. Все, пролетели. Нормально. Мы лучше прошли, чем в прошлый раз. So exactly 300. Ты посчитала? Nice. Да, действительно, 300 ровно очков. Повезло нам. Прям повезло, так повезло. Еще классно. Перепроходить не надо будет, да, Настя? Ну, конечно, 350 можно перепроходить, но это уже для тех, кто прям мега фанат игры. Глеб Минич, доброе утро. Я не заметил, что ты был в чатике, пока играли. Здесь такая напряженная игра. Как делишки. Back to the Glade of Dreams. Возвращаемся мы. Так, прошли. Замечательно. Ровно 300. Великолепно прям. Следующий у нас какой уровень будет? Что это у нас будет? On the top of old smoky. Это, наверное, будет снова летать. Air level. Я думаю, летающий уровень будет. Да, вот он. А, это этот же уровень. Просто он, типа, связан теперь немножко по-другому. Неудивительно, мы не погибли. Ты не погибла. Подожди, стой там. Прыгай вверх-вниз. Сейчас, дай посмотреть, как прыгать правильно. Надо, наверное, на молнию надо прыгать. Я не знаю, как тут прыгать. Подожди, а как еще можно? Подожди. Вот так, что ли? Да, вот так вот. Через вертолет. R1 еще вначале нажми. Ну, ты без R1 прыгал, но все равно запрыгнул. Ой. Ой, тут еще. Ну, Настя, то как ты ж умерла? Я думал, ты спасешь меня. Убивай это уже, это я забыл уже. Смотри, да, тебе дали перчатку тут вначале. Ку-ку. Смотри, что ты делаешь, видишь? Против мух. Против мух кидаем перчатку. Так, я первый. У меня даже так получилось. Ой, еще мухи, откуда они? Откуда мухи там? Что раз они, наверное, были, я просто умирал и потом резался. Давай, твой черед. Все. Подожди здесь уже тогда меня. Сейчас я хочу наверх запрыгнуть. Не-е-е. Меня же попросил, подожди. Оп. Меня. Стой здесь, тебя никто не убьет. Окей. Я вот так хочу. Давай. Давай, прыгай, прыгай. Настя меня ре... Ой, подожди. Ну вот, я бью, давай. Смотри, что сверху было. Можно было как-то туда. Подожди, подбрось меня вверх. Просто вверх бей, ты знаешь, как это делать. О. Поехали.
Здесь это молния, я не заметил даже, уже устал так. Не смотрю ни на что. А, она все равно попадает. Здесь надо просто быстро. Подожди. Ну, давай, открывай. Открывай, чужой. А, окей. Что-то очень мало собрали. А, ну, здесь можно летать. Мало. Летать можно. Подожди. Летать, где хочешь летать. Все, поехали. Только вместе не летать, чтобы вдвоем одной молнии не умирать. Все, давай. Пролетай. Жди пока она. Вот жди пока и потом лети. Вот. А, это я. Подожди, не подлетай так близко. Куда ты вообще? Когда будешь меня бить, просто бьешь. Без вниз, вверх, хорошо? Вот смотри, давай я тебе покажу. Вот видишь, молния прошла, я проехал. Молния прошла. О. Ну, Настя. Аккуратнее, аккуратнее. Хотя я тоже сдох там. Я хотел монетку взять. Хочется... Сверху легче пролетать, чем снизу. Да, легче. Легче. Подожди, стой здесь, вот просто где-нибудь, чтобы тебя не убили. Вот просто вот стой и все. Хорошо? Можешь так сделать? Я буду пытаться монетку взять. Хорошо? Сделаешь так? Ох. Теперь просто атакуй, просто атакуй. Так же жди, жди меня. И я вернусь. С монеткой в руках. А, так здесь не так сложно, как я думал. Здесь же можно через... вот так вот пролетать, насквозь их. Они же как бы не блокируют. Все, давай, давай. Так, стой. Оп, хорошо. Давай, я тебя жду. Если что, восстановлю тебя. Отлично. Так, куда тут? Подожди, ты... ну ты первая давай. Ну, ясно, Настя. Так, иди. Вторая попытка, давай я тебе даю, я тебя жду. Ну, подожди, сейчас луч будет, подожди. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Открывай, открывай, все. Подожди, тут секрет может... может, давай... Стой, стой, не заходи. Я хочу посмотреть, здесь есть секрет внизу. Нету? Нет. Заходи. Восстанови меня. Так, что у нас тут? R1 не забывай, смотри. R1, прыжок. А как туда? А чё ты умерла? Ты скажи, I'm dead. Я бы тебя подождал бы, восстановил, а я дальше прыгал. Тут вообще легко, смотри как. Ой. Прыгать легко. R1, прыжок, давай. Why are you staying? Да я тебя жду, чтобы ты научилась. Да, смотри, меня вот, во, смотри. R1, прыжок, во, видишь. Никаких проблем. Только да, если где? Бы ты меня подождала. Было бы другое дело. Я просто атака вниз нажал. Зачем я нажал атаку вниз? Да как, куда ты меня убиваешь? Resurrect. Теперь на эту штуку прыгаем. Давай. Чё ждешь? Все, убил его. Можешь идти ко мне. Прыгай, прыгай. R1 не забывай, это добавляет тебе скорость. Так, теперь ты ждешь меня, я прыгаю. Чё ж я так? Можно было пробежать, пропрыгать. А, нельзя до них даже дотрагиваться. А тут уже все. А тут может что-то есть сверху? Нет. Ну ты открывай, что ждешь? Вправо нажми. И дверьку открой. Во. Теперь правильно. Настя уже забыла, что как дверь открывать. Да, ничего, мы пройдем, Настя. Будешь спать. Настя, ну что ж такое? Ты просто упадешь, когда угодно. Подожди, я первый. Ну или ты первый. Ну окей. Разницы я не вижу пока. Что первый умеет смерть. Да я попробую. Хорошо. Вот, все. R1 надо нажимать, быстрее будет. Бам! Ну давай, Настя. R1. Это да. Не лучший вариант. Здесь надо туда прыгать. Здоровье брать. А, тут еще и монетка, ё-моё.
Как же монетку-то взять? Может, здоровье... А, нет, здоровье ж не дает ничего. Как же монетку взять? It... А, я знаю. Well, it's like chicken. Я знаю. Не-не-нет. Ну, я понимаю. Ты ж видишь, что я ее беру. Но вы не в этом-то сложность. Сложность тут не получить урон после того, как я ее взял. А ее надо просто вот здесь брать. Видишь, uh-huh. Прыгай на меня. Так. Я прошел. Здесь еще уровни короткие, как ты видишь, потому что они сложные. Так, подожди. Здесь летать надо, Настя. Летать! И вот этих... А, можно их так. Перчаткой. Подожди. Попуш. Да убей всех, за них очки дают. Ой. Ты вниз только не атакуй. Ты можешь просто атаковать, но не вниз. Вправо атакуй. О, вот эти штуки. Ну-ка, 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 дай мне, дай мне. Просто атакуй. Ну, на, давай. Сейчас мы все тут откроем. Да что ж вы меня бьете? Атакуй. Да куда ты не падай? Ну что ж такое, Настя? Ну держи ты уже кнопку одну. Ох. Молодец, 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 Настя, давай. Пару рыб осталось. Ой, это я ошибся. Подожди, только это ты случайно вниз не ударься. Потому что я уже один раз сделал сейчас ошибку. Подожди. Ну помоги мне, не получается мне их убить. Тут у тебя лучше получается, убивай их. Давай, видишь, убивай. Oh, I'm dead. Я dead. Убивай давай. У тебя лучше получается. Я ненавижу их убивать. У меня почему-то они все время меня атакуют. They don't like. Давай, убивай. У тебя снежки есть. Только аккуратно. Ой. Настя, ну... Well, what, Настя? What are you doing? Ну, а чего ты со мной вместе опять? Ну, я слева, ты справа. Ну, давай разделим. What you doing? Давай, ты справа, я слева, хорошо? Вот это моя часть. Иди на свою правую часть. Не трогай меня. Чё ты опять, наверное? Убивай их, куда? Чё ты делаешь? Well, I want this weapon. Да какой weapon? Вот weapon у тебя в начале, вот он, видишь, летит. Всё, твоя правая сторона. Правая сторона твоя, меня не трогай, всё. Ой. Ну ясно. И я тоже так же умер. Я ненавижу этих рыб. Как их убивать вообще? Oh. Настя, вот эту кнопку зажимай. Просто. And why are you dying all Because, the time? Потому что рыба меня убивает, а не потому что я кнопку держать не могу. Я тебе говорю, как летать кнопкой. Вот эту кнопку, пропеллер, просто жми. Подожди, не умирай, не умирай, не умирай. Но. Ну что ж это было такое? Я же говорю, вниз не жми. Вообще забудь про вниз кнопку. Пощади, игра. Да ёшкин кот. I'm dead. Ты dead, и я dead. Stay. 10 раз уже, наверное, пробовали. Но мы сделаем это, Настя. Мы умеем играть. О, вода. Да вниз просто курсор не жми, это черт. You did it last time too. Да, но ты же сколько раз уже начал делать. Ты вообще не делал эту ошибку. Why? Что, why? Давай справа зачистим вначале. У тебя это, перчатки снежные, давай. Ими вообще классно убивать. Давай внизу убьем, чтобы у нас ошибок не было. Пошли вниз. Я умираю. Меня убиваешь. Как ты умерла? I don't know. Иди ко мне. Внизу, пошли вниз, Настя, я хочу добить там. Иди вниз. Там была одна вроде. Во, вот это давай. Ой. Ну что ты опять вниз-то, ну?
Тебе не надо вниз нажимать, ты же просто падаешь. Because I wanted to kill him. Внизу, Настя, вы можешь спуститься со мной? Я не вижу экран. Вот эту рыбу можешь убить? Все, спасибо. Теперь все чисто. Поехали наверх. Пробуешь или я пробую? No. Ну все, жди меня, пожалуйста. Никого не трогай, вообще никого. Ничего не делай. Вниз не нажми, пожалуйста, сейчас. Вниз не нажми. Спасибо. Как брать надо? Не знаю. Вниз не нажми, пожалуйста. Вниз не нажми. Что если мы сейчас вдвоем умрем, все заново, Настя. Я возьму эту. О, все, я взял. Все, Настя, мы взяли это, мы сделали это. Так, я эту рыбу попробую. Так, хорошо. Я умер. Oh. Настя! Wait. Ну я же тебя просил, вниз, ну не жми вот эту штуку, ну вниз, ну не жми ее. Я умер. А нет, я не умер. Нормально. Вот так удобнее, когда их убивать. Подожди, я не вижу экран, Настя, я умру. Вниз можешь спуститься? Я умер! Ну, Настя, не улетай ты от меня, ну ты же видишь, что я вообще фиг знает где. Тут экран на тебе держится. Вместе давай не будем сейчас. Умрешь. Я умер. Куда ты? Что ты делала? Что ты делаешь? Как ты вообще умерла? Куда ты вверх летела-то? Я умер. Слава. Что слава? This time you died more times than me. Да you ты... see? Так а чего ты подвела я команду? Ты просто летела. Как Why можно... you coming to me? Какая разница? Потому что ты умираешь все равно. Что я умираю, что ты... Ты все равно потом в конце просто умрешь. И все. То есть я на тебя могу не рассчитывать. Я собрал все просто. Все. О, смотри, как у нас быстро получается. Вот что ты делаешь? Тогда ты наверх полетела. Ты когда вот атаку делаешь, ты думай вначале. Не спеша. Блин. Все, жди меня. Я хочу монету взять. Я хочу. Все, я умер, никуда не иди. Смотри, что ты делаешь здесь. Вот так вот. Просто кнопку жми и ничего не делай. Не умрешь, надеюсь. Все, Настя, ты. Все. Пошли. А можешь здесь так остаться, смотри. Я ненавижу, когда что-то мельчешит на экране. Смотри, как я хорошо сейчас убиваю. Then why you playing with me? Ну что это кооп, Настя. Кооп. Понимаешь, что такое слово кооп? Я не понимаю. Кооператив. Когда ты должна мне помогать, а я помогаю тебе. Видишь, как я хорошо играю, когда я один. Что экран не дергается, он всегда за тобой почему-то едет, этот экран. Я ненавижу, когда... А ты как умерла? Well, the экран was Ну а чего ты вверх-то не полезла? Ну что я должен Почему говорить тебе, как нужна? Маме? Ой, Настя, ну... Снова умерла просто. Я сказал, одну кнопку зажми, но нельзя было самой подлететь наверх. Но Настя, пожалуйста, не умирай. Я умер. Почему ты умерла? Не спеши. Нажми кнопку, подумай. Во, все хорошо. Вот кто-то говорит в чате, эти уровни очень-очень сложные. Они сложные, я просто хочу каждую рыбу убить. А я умер. И ты так же. Ясно. Просто не ставь кнопку налево. Так, отлично. Оф. Ну вот, видишь, почему это происходит? Ну, тут следи за своими руками. За пальцами. Они хотят нажать, чтобы мы проиграли. Ой, ты меня еще подставила. Чик. Сколько раз мы уже могли пройти этот уровень? Просто одну за одной. Wait. Ну, я жду. Давай. Все. Иди в безопасное место. Я буду сейчас монету брать. Все. Будешь здесь в безопасности? Я могу монету брать. Да, Настя, можно мне взять? Хорошо? Ты спасешь меня? Нет. Вниз только не нажми, умоляю. Все, молодец. Так, подожди.
Смотри, как здесь хорошо. Можно вот тут встать. Ой, я умер. Вниз не нажми, пожалуйста. Нет. Ох, I'm dead. И на I'm dead. Ну, Настя, ну как-то, я не знаю, ну не атакуй тогда уже. У нас проклятие. Когда ты умираешь, я умираю, понимаешь? Да. Проклятие. Давай, мы сделаем это. Тут следующий босс уже, наверное, будет. А мы тут застряли. На фигне какой-то. Просто нам нужны эти очки, чтобы потом не освобождать и не перепроходить эту всю фигню. Я умер. Просто нажми. Отлично. Иди вон туда наверх опять. Стой здесь и все. Я все сделаю. Стой и ничего не делаю. Одну кнопку зажми. Только вниз не нажми. Только умоляю. Только у тебя есть две кнопки. Которые летать и атаковать. Вот эту штуку вообще не жми. Тебе ничего не надо делать. Вообще ничего. Так. Ждем. Я собираю. Все, стой там же. Я тут буду чистить все. Хорошо? Видишь, как тут все легко. Когда ты аккуратно играешь. You call this a game? Что-что? You call this a gameplay? Чего? Nothing. Что-то пишут или что? Все, вот здесь стой, возле этой фонаря. Видишь фонарь? Стой вот тут, вот так. Я всех убиваю, стой, пожалуйста. Дотронулась. Не вниз не нажми, иди налево. А еще вот здесь стой, если ты меня случайно сделаешь, будет вот такая ошибка, видишь? Ты можешь сама... Давай, стой там, все, забудь. Про все остальное. Одну кнопку держи. Все, можешь идти сюда. Подожди. Только никого не убивай, просто летай, не убивай. Все, мы почти прошли. Не-не-не-не, сюда иди, сюда, пожалуйста. Я знаю, что ты вниз можешь нажать в любой момент. Ты уже нажимала. Поэтому нет доверия. Вот видишь, я нажал случайно. Вот так вот. Что хочешь быстрее убить их и все. Так, слева Left. Секрет. Я проверю, ты тут стой. А то опять сейчас проиграем. Мы после этого сохранения есть, уже можно сказать. Но мне нравится сложный уровень. Хоть запоминается что. Ой, что это? Ну давай, Настя. Ты одна? Можешь попробовать. Окей, вторая попытка. Давай, Настюшка. Ну ты нажимаешь, чтобы ты летела вверх. Ты ж не летишь вверх. Ну держи. Держи, да, и левее. Well. Окей, давай я. Ну что тут непонятного? Держи вот эту кнопку. Да просто держи ее. Давай, умирай, иди ко мне. Я сделаю это. Ну тебе не получается, что ты будешь выдумывать тут? Ну иди ко мне. Стой, теперь и моя очередь. Ну и что тут? Во. Вот я держу кнопку. Как у тебя не получилось? Просто кнопка одна. Сложно. А ты как? Камера. Ты камеры. Ладно, давай я этого вначале убью. Вот этого, который справа. Да как их убить вообще? Они вообще жесткие уровни. Прям я понимаю, почему это концовка. Посмотри, как мне трудно его убить. О! Окей, ладно, не спеши. Я вверх не пойду, там камера будет. Я вот этого вначале убить хочу, который слева. А потом тот последний, ты вообще будешь. На выход можешь бежать, я думаю. Так. Он не будет меня атаковать? Подожди, а может я кулаком убью? Иди ко мне сюда, стань просто. Лети, лети. А, да, лети. Ну просто меняй его. Да, да, да. Ну левее. Сейчас правее, правее, левее. Да все, отпусти. Да я попробую вот так убить его. Так, не чуть-чуть. Может быть, хватит, как думаешь, хватит? Нет. А почему он сразу.
Стюпитер. Да потому что он повернулся. Что ты? Да-да-да. Ты видела, что он повернулся? Вот, смотри. Когда к краю подходит, он к тебе поворачивается. Что, не видишь? Ну тут сложно. Я не знаю, как тут... Не, не получится. Короче, стой здесь, тебе ничего не надо делать, хорошо? Я к тебе вернусь сейчас. Ты будешь меня резуректить, короче. Да, ничего сложного, надо просто быстро делать это. Так, подожди, ждем, пока этот воздух будет. Не, подожди, пока я стой, пока стой. Давай, со мной, я не вижу где. О. Отлично. Молодцом. Первый секретный уровень осилили. Прям круто. Вон тоже кто-то пишет, Алиса пишет. Малахова. Этот уровень очень долго проходит с рыбами. Все-таки прошли, да, молодцы мы. Эти рыбы дерзкие. Да, ребят, прям жесть какая-то. А как тут? Ага, мы что тут дыхать можем. Давай, 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 открывай. Прям отлично. Так. Настя. Не лезь. Я если беру бутылку, я беру. А ты пролетела между ними, этой бутылкой. Так, там надо быстро. Я бутылку беру. А, лететь вот так надо. Нет. А чё, как пройти, Настя? Есть какие-то идеи у нас? You are alive. Не, ну как-то есть идеи какие-то, как пройти? И ты жива сейчас. Как-то прошли мы, да? Давай, восстанавливайте. Так. Как эту взять? Я возьму. Я знаю как. Подожди. This guy from bottom. Нет. Так, жди. Отлично. Фью, стой там, стой там. Я хочу эту штуку. А нам сюда надо идти или что? Здесь, походу, There секрет. Is, I think, yeah, secret. Так что давай. Ой, а чего я ее не убил его, подожди. А, его надо вообще сбрасывать, что ли? And thank you. Давай, ну иди, я тебя ресую. Ну куда ты? Чё ты стоишь там? Как его убить-то этого? Just... Во. Идем со мной, только не падай вниз. Просто иди сюда. Мне нужна камера просто. Стой, стой, стой. Тут секрет, стопудово. Все, отлично. Неспроста тут так сделано. Отлично, мы второй нашли. Все как надо. Так, тут можем летать всегда. Ой-ой-ой-ой-ой, Настя, кто умер уже в начале? А, здесь надо бежать. Короче, R1 зажимай. R1 зажимаешь. Давай, пока я не буду жать, пока ты... Давай, заходи. Вот, смотри. R1, погнали. Здесь пропеллер немножко. Немножко, все, пошли. Опять прыжок, немножко пропеллер. Даже пропеллер не нужен. А, это все? Я-то думал, тут прям мега долго будет что-то. Фигня. Так, а чё мы эту штуку не взяли? А, она не засчиталась. Так, давай смотреть, что дальше. Так, короче, с R1 и прыгать надо. Да, я первый пробую. Легко, R1 и прыжок. Давай, молодец. Молодец, Настюшка. Так, что у нас тут? Так... Ну, здесь надо просто вовремя. Я помню, это сложный уровень сейчас будет. Просто вовремя надо попасть. Ну, пробуй просто. Умрешь, так я тебя резну. Давай только быстрее, да. Молодец. Так, здесь надо правильно прыгать и атака вниз. Только надо правильно. Нет. Здесь надо вот так. Ну, ладно. Давай рисую. Так, что здесь? Подожди. Как мы это возьмем? Подожди, а чё? Иди ко мне сюда. Подбрось меня. Давай. Нет, да, вот так. Давай, прыжок и...
Ты вот так вот должна. Вот, вот так, в прыжке, понимаешь? Вот так вот. Давай. Все, а я уже... Ты просто прыгай, я уже сам прыгну против тебя. Прыгай, прыгай. Во, молодец. Так, что дальше? Подожди, сейчас монетка исчезнет. Ой! Стой, стой, стой. Ничего не иди. Спрыгни вниз, а? Вниз. Все, что ты там ждешь? Тут колесо надо крутить. А теперь надо в другую сторону крутить. Подожди, не крути только колесо. Все, молодцы мы. Прошли. Это было сложное время. Так. Ждем, давай посмотрим, что здесь. Просто куда-то прыгаем. Не знаю, куда мы лететь будем. Ух, бей, я не буду трогать тебя, просто бей. Все. А то я тебя стукну и все, и ты вниз упадешь. Так, а тут как надо? Ага. Здесь просто аккуратно, Настя, прыгай. Я прошел. И ты прошла, молодец. Ничего нет? Наверное, нет. Так, что у нас тут? Давай попробуем просто перепрыгнуть. А, смотри, что мы делаем. Вначале эту, потом эту. И победа! Молодец, Настя. Это было очень сложно. Мы справились. Ты довольна? Угу. Все нормально? Все. Молодец, ты хороший игрок. Это я очень много умирал вниз. Да, Настя? Ты согласна со мной? Настя, чат, согласны, что я плохо сыграл, очень много умирал, а Настя хорошо сыграла? Да. Если вы согласны, плюс в чат, пожалуйста. Плюс в чат. Минус. Подожди, плюс, если ты хорошо играла, а я плохо. Да. А что ты говоришь минус? Плюс. We didn't get it. Мы не взяли, ну и что? Плюс, вон, смотри, все согласны, посмотри в чат. Ты согласна, что ты хорошо играла, а я плохо. Да, this is stupid. В смысле? Вон. Ну, один минус есть, видишь? Два минуса. Так. Так, меха, no mistake. И вон там телепорт какой-то будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Очень опасно. Очень опасно. Так, что у нас тут? О, я помню. Ну что, возьмем вначале здоровье, начнем с малого. Ой. Ой. Меня... А, меня не убьют здесь, смотри. Ты жива? Где ты? Давай сюда. Так, мы прошли. Да, это прошли. Это начало, это еще ерунда. Снова нам здоровье дают, потому что здесь... Подожди. Короче, смотри, как тут. Бежишь R1, потом прыжок, потом прыжок, потом прыжок. Ну, как-то так. Там. Я просто поздно начал, смотри. Оп, я поздно прыгнул. Поздно I прыгнул. Didn't saw anything from you. Давай. Не, надо, короче, смотреть, где я бегу. Короче, ты должна прыгать уже, когда концовка. Сейчас, очень сложно, да. Я поспешил, поспешил. Пробуй, если хочешь. Я за тобой бегу. Ой, мы сделали это. Там слева секрет был. Мы что-то открыли, но слева секрет. Вот. Отлично. Секрет найдем. Так, а надо нажать на штучку, это что-то взорвется. Ой-ой-ой, ой. А я выживу? Да. А я сюда выжил. Настя, молодец. Ой-ой-ой. И с каждым уровнем сложнее и сложнее. О. Садись поудобнее. Так, сюда подождем. Я помню примерно как. Ну, а видишь? Ты говоришь, что ты берешь? Я ж не знал. Подожди, тут нет секрета? Мне кажется, есть с этой стороны. Ой, я умер. Слушай, подбрось меня наверх здесь. Прыгай и бей. Прыгай и бей. Прыгай и бей.
прыгай и бей, прыгай и бей, прыг и бей. Настя, понимаешь, что это? It's not gonna... Что? Еще раз сделай. Прыгай и бей. Я хочу посмотреть просто, что здесь. Не, здесь никак. Ладно, погнали, посмотрим, что тут. Ой, I didn't saw this. А, это я. Я вообще думал, что это я бежал. Здесь ничего сложного, и концовка хорошо. Во, вот это самый сложный уровень. Вот это самый сложный уровень. Иди ко мне. Тут очень сложно. Я его прошел, мы долго пробовали. Ну я знаю как. Нет, не так. Тут надо просто в ритм попасть, все. Не знаю даже как. А, по-моему. Вот так. Окей. Давай быстрее. Вот слева подлетай. Почему ты всегда вниз подлетаешь? Ну здесь ничего сложного, ты сама пропрыгаешь. Ничего сложного прям. Только смотри сейчас головой вверх. Ну я сказал, но. Мы оба. Просто вот эту кнопку нажимай. Только случайно рестарт левел не нажми. То есть вот этот никогда вниз не нажимай, хорошо? То я такой буду сейчас. Мы... It's not gonna listen to me. Здесь мы бежим. Я почему-то не... Ой. Я попробую. А как туда, я не понял. From down. Чик. А, да-да-да. Стой там. Я сейчас jump. Попробую. Нам это надо. Не прыгал. Так, еще раз попробую. Не прыгает. Может раньше надо нажимать? Да, вот так. Хорошо. Хоть какой-то секрет нашли. Сейчас будет дальше сложно, не спеши. О, секретка-то слева. Чё мы? Вот же вход. А, I didn't even saw. Тут будет шестеренки дальше, вот это что-то такое. Ой. Now what? Не знаю. Давай с разбегу я его убью. И того тоже. Ох, why I jump? Меня убили. Так, ох, не трогай. Sorry. Тише. Беги вот так вот, как я. Там уже концовка, дай-ка мне только головой не стукнуться. Бам! Отлично. Этих роботов можно убить только если они упадут в лаву. You can't hit them. Да, да, да. Так, как тут? Ой, какой большой приз. А мы его не взяли. Еще один большой. Как их взять-то? Ой, там что-то сверху или что, мне показалось? Смотри. Нет. Как-то ничего. Камера так пошла. Пропустили много. Очень много. Очков. Подожди, что здесь? Упс. Это вот этот уровень самый сложный. Я должен его проходить. Здесь нельзя. R1 всегда, Настя. Без R1 никак. R1... I was clicking. Да, вот. Ну ты плохо что-то сделала, видно было. Скорость потеряла. Why I even bother? Короче, там надо маленький прыжок делать. Умирай уже. Умирай. Мне надо разбежаться нормально. Плохо. Плохо. Oh, wait for this a little. Ну давай, нажми на меня. Да я не могу ждать, потому что вот эти штучки мы потеряем. Видишь, мы опять не смог взять. У меня скорости нету, я проиграл. Ну ты прыгала бы, оно же сразу исчезает. R1 have... всегда, вот R1 всегда. Без R1 не пройдешь. Всегда. Только в конце там надо выключить его. Когда там будет чуть-чуть, там надо R1 выключить. Лети, лети, лети. Прыгай. Прыгай.
Вот здесь не надо R1. Вот видишь, надо вот тут надо сюда и потом. Может даже остановиться, наверное. Только не атакуй меня. Тут атака не нужна. I just stop. Там надо было. Да не стоп, там надо было правильно прыгать. Ты бегай, ты прыгай. Why stop? Why stop? Я не знаю, ты нажимай, у тебя клавиатура. У тебя джойстик, Настя. Я ж не знаю. Как нажимаешь, так игра идет. Я никак на это не влияю. Никак я не повлияю. Может, у тебя читы не работают. Я тоже, кстати, в этом же месте остановился. То есть это какой-то глюк игры. Ох. Там дождь пошел или что за звук? No. Что за звук? Что это был за звук? I don't know. Ураган, что ли? Нет. Подожди, Настя, подожди. Я пошёл. Все. Я вообще без R1 прошел. Так, подожди, я попробую взять. Если я по центру пробью, вот так вот, пью, то они сразу вдвое умрут. Я подожду. А чё ждать? Можно тут, на самом деле, можно пособирать немножко. Я жду, где там шестеренка-то заканчивается. Вот смотри, сейчас надо. Ну, я не понял, а чё вы тут? Я же вас бью. Чё они до сих пор тут? Как их убить надо было? Давай, попытка номер два. Я не понял, как надо было их убивать. Да, да их вообще нельзя убить. Как их убить-то? В чем фишка? На них, что ли, бить? From side, maybe. Так, я думаю, на них надо не на монету прыгать, а на роботов. No, still, they won't take damage. Смотри, смотри. Да они просто отбросятся. Нет? Да как вообще? Как это... Ладно, пропускаем, я не знаю. Может, как-то ему... Пошли. Вот, видишь, внутри сейчас будет вот эту, вот в эту дырку надо попасть. Видишь, вот это, вот давай, входи. Входи, 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 входи. Я умер. Стой там. Просто стой. И бей меня. Все. Ну, собираем, нам эти очки очень важны. Мы ничего не собрали за все время. Давай. Так, теперь смотри, в эту дырку надо дальше идти. Так, ищи, вот смотри, сейчас будет отверстие. Давай, входим, смотри. А, их уж не убить. What the fuck? Этого чувака не убить. Ну, иди ко мне, чё это? Чё ты там? Что ждешь? Подожди, не бей вот эту вот штуку, не разбивай ее. С помощью этой надо наверх запрыгнуть, хорошо? Не разбивай ее. Окей. Я сейчас попробую. Блин, а как мне назад-то вернуться? Как мне назад? А может на нее можно? Я не знаю. Попробуй меня подкинуть вот так. Бей. Вверх и бей. Прыгни и бей. Прыгни. Без прыжка никак. Прыгни. Кстати, на эту дверь можно запрыгнуть. Подожди. Запрыгни сюда. О, подожди. Получилось. Подожди. Все. Бам! А еще что-то. Да, наоборот, не надо, не мешай мне. Я ж могу от стенки отпрыгнуть. Ладно, потеряли одну очку. Так, что у нас тут? Ой, здесь тоже бежать что-то надо. Ну, давай. Опс. Рад сразу. Ну что, она еще появится? Умирай. Прыгай, прыгай. А, it's not gonna show up anymore. Да, это один раз, Настя. Oh. I forgot R1. Да, здесь, ну вот здесь нужно R1. Там не надо было, не во всех местах. То есть здесь без R1 вообще нереально. Я ударил и скорость почему-то потерял. Mm-hmm. Не бей эту штуку. Я могу бить, потому что я попробую.
Вдруг пройдет. Ну, почему он остановился? Подожди. Не бей эту штуку. Я ее бью. Почему ты останавливаешься на месте? Такая фишка, что ли? Он просто на одном месте останавливается, вот в этом месте. Как будто там стенка какая-то. Я вот не могу понять, почему. Вот здесь надо, вот там надо не прыгать, а просто ждать что-то такое. Да. Я помню, когда проходил, это была моя ошибка. Первым дай мне, или далеко иди, потому что я всегда разбиваю этот фонарь. Да, надо было R1 отпустить уже. Стой. Ну, ты сама близко, я ж не могу не разбить. Здесь я застрял на месте и все. Профукали. Okay. Ну ты просто... Когда прыгаешь, задерживай максимально. А, я тоже не задержал. Я сейчас попробовал короткими прыжками в конце, не получилось. Oh. Just go. Тут уже концовка, там надо только попасть. Слушай, я вообще без R1 прыгаю. Вообще без R1. Вот здесь нужно было R1. То есть я разогнался и просто прыгал. Вот смотри, я сейчас прыгаю просто без R1. Вот почему он встал на месте? Ну чё за дела? Почему он встал? И... Меня придет. Тут надо быстро или стать там подождать. Я не знаю, как там сделать. Здесь вообще легко, здесь просто одной кнопкой проходит, смотри. Ой, и тут прошел я одной кнопкой. Надо было пропеллер включить. Почему, когда я атакую, у меня не хватает скорости? Вот because это... it's tapping. Да, ну как-то ж надо проходить с этой штукой. Блин, у меня опять просто персонаж застрял. Тут все. Сейчас пройдем. Вообще можно без фонаря играть. Просто прыгать. Ой. Ну зачем? Ты не бей этот фонарь, я же сказал. Просто прыгай. Я сейчас лифт нажму. Случайно еще. Блин, ну почему? Я просто пытаюсь по короткому пути идти. Надо долгие прыжки. Просто вот так hold. Просто hold the jump. Почему у меня не получается? У меня вначале получалось, сейчас не получается. Не могу понять, почему. Не. Ты была слишком быстрая. Тебе надо было чуть медленнее идти дальше. Почему не получается? Не могу понять. I do. Ну давай уже, давай. No, it started. Наверное, я... Вот так надо прыгать мне. Почти. Рано прыгнул в конце. Я понял как. Ну, слишком быстро было на это. Надо остановиться было вот там. Слишком медленно, потому что я R1 не жал. Я просто по-разному пытаюсь. То с R1, то без R1. У меня и так хорошо может получиться. Я фиг знает, когда тут надо бежать.
Когда не бежать? Ну, ну почему ты не перепрыгнул? Сейчас было S1, по-моему. Я только немножко отпустил. Плохо. Ты умирай сразу, пожалуйста. Ты мне очень мешаешь. Даже не оставайся на финиш. Сразу умирай. Ты мне мешаешь. Камера, если не видна, я ничего не вижу. Я не могу прыгать. Все-таки для одного игрока сделано. Но. Да R1 не было и все. Я не знаю. Ладно, буду пробовать только с R1 все. Я слишком круто прыгал сейчас. Слишком быстро был. Надо в какой-то момент R1 отпускаться, чтобы скорость не была такая большая. А в какой-то момент добавляете газку немножко. Вот, сейчас идеально. Эп! А почему он не появился? Видела? Угу. Ты видела? Да. Я все прошел. Если бы бага этого не было, я прошел. Это какой-то баг, реально. Ну это шляпа какая-то была. Здесь нужно разгон делать. Почему не сработала штука одна? Вот почему она не сработала? Во! Well, why you mean? Because you didn't touch it. Так а как мне делать? Что я? Я не контролирую Реймона. Он сам бежит, Настя. Что, думаешь, что я что-то делаю тут? Я кнопку одну нажимаю. Чего стоп? Это глюк какой-то. Чего стоп? Это реально глюк, Настя. Настя, это глюк. Это не глюк. Это глюк. Нет. Я говорю, это глюк. Я проходил эту штуку. Я знаю, что это глюк, которого не должно быть. Не дотерпел. Короче, я делаю всегда тут R1 вначале, да? Потом немножко торможусь, а потом разгоняюсь R1. Вот здесь я R1 нажимаю, смотри. Отпускаю R1. И вот так вот прыгаю. И получается. Здесь надо R1. Все, здесь R1. Смотри, следи. So don't let go of R1. А, я просто подождал. Все, Настя. Мы сделали это. 20-30 попыток было сколько? Ну, реально много. Это все финал, пошли добивать. Хат еще мертвый до сих пор. Так, ну давай. А, тут будет вращаться камера, наверное, нет? Не, не вращается. А как их убивать? It вот. But why they don't? Потому что они роботы. Давай умрем. Потому что оно уже повращалось, мы не успели зайти. Вот что надо делать с ними, Настя. Сбрасывать. Сейчас жди, сейчас поменяется экран. Эй, я его не сбил. Только меня не бей. Надо было вон туда прыгать. Да закончи ты свою фигню. О! Я еще жив. Так, как его? Подождать сейчас надо. Ты сейчас упадешь, Настя. Ты сейчас упадешь. Так, куда... From down you have to как go. Будет? Вот так она вращает? По часовой или как? Да. Нет. Она не по часовой, она против часовой. Все, один остался. Где он? Сейчас куда будет? Подожди, Настя, умирай. О, подожди, я его смогу убить или нет?
Нет. Восстанавливай меня. Ты мне скажи, как лучше его убить, я не понимаю. I thought it's okay like this, but right then it turned, so... I don't know. No. Откуда мне его убивать? Ой, я сейчас вообще умру. Неудобно тут прыгать. Resurrect. No, go. Ну что я делать могу? Я ничего не могу делать. Дай мне бегать, я сейчас умру. Он меня зажал уже. Ты все хочешь, пробуй сама, что ты? I will die. Want to try. Ну, так что ты говоришь-то там? Скажи, как лучше убить его, и все. Все, открывай, пожалуйста. Бам, бам, давай, бам, вниз и атака, yes. Отлично, мы справились. Фух, мы прошли. Молодцы, вы нормально послушали меня, пожалуйста, и слушай, скажи, ну, что ты хочешь, пиши. Ну чё, не набрали мы 300 очков. К сожалению, что такое, плохо? Всё хорошо? И вот, что у нас, босс или что это? Вот оно, что это? Reveal. Я не знаю, что это, может быть, это даже не босс? Или что это? Что-то я не помню. Кнопку надо нажать. А как ее нажать? У тебя есть идеи? Ну да. А! Мы будем с ним. Я это помню, что это такое. Будет босс. Сейчас он нажмет, и мы упадем вниз. Да? И что сейчас? Сейчас этот уровень дурацкий, где надо прыгать, по-моему. О чем мы спешим? I don't know. О чем мы спешим? Чего нету? I thought there is, that's why. Подожди, сейчас что-то упадет. Ну давай. Ты сделаешь это. Не спеши, не спеши, ты не видишь ничего. Так, меня восстанови. In here will be here. Да, сейчас будем думать. Запоминай, первая фаза. Запоминай, Настя. Так, он тут, он слева стоит. Он прыгает, и мы умираем. Yeah, but it's inside of him. Так что, что надо делать? Ты нашла, как делать? Как проходить, Настя? Just run. Нет, как босса проходить. А, this... Что делаем? He was... А, под ним. Up. Стой здесь, мы... он будет вверх прыгать. Он будет прыгать, мы под ним пройдем. Yeah. Восстанови меня. Давай, давай, давай. Все, первая фаза так. Yeah, but you see where is it? Ну чё стоишь-то, ну ё-моё, ну я же прошел, а ты чё? Повторяй за мной хотя бы. То так мы не пройдем, если ты будешь. Ну, куда ты, Настя? Скажите мне, пожалуйста, куда мы направляемся? Все, стоим здесь по центру. Смотри, здесь стоим. Стой. Смотри. Жди, пока он будет сейчас. Он дотрагивается. Ладно, здесь не надо, вот здесь. Давай, давай, давай. Все, что дальше было? Он будет сюда прыгать. Ну-ка. Во. Сейчас давай направо, на. Ну не туда. Ну окей, нормально. Так, ой-ой-ой, уходи отсюда. God damn. Я туда иду, ты куда бежишь? Ты... Так, что он делает? Вторая фаза. Сейчас будет... Ой-ой-ой, убегай. Сейчас еще. Убегай налево, налево, ну что ты...
Because I thought he will make it in the middle. Тише, что он будет делать? Сейчас направо, направо, погнали. Отлично, отлично. Так что, оп. Сейчас я попробую, Ты тоже пробуй. Пробуй. Ну, зафейлились. Ну, Настя, ну пробуй тоже нормально. Ну, мы уже поняли примерно, что. Ты запомнила, Настя, да. Надеюсь? Все, без проблем давай сейчас пройдем. Ну, здесь тоже какие-то у тебя проблемы возникают. А. Беги. Да. Ты R1 нажимаешь, когда вообще прыгаешь вначале? Угу. Как ты можешь прыгать плохо? Если... Ну и как же ты прыгаешь? Ты нажимай, держи прыжок, и все будет хорошо. Все. Так, все, стой, вот именно, видишь, вот эта труба, вот здесь можешь стоять, видишь, труба, вот этот центр. Так, смотри, жди, жди, он сейчас... R1 нажимай. И налево. Все, теперь смотри, сюда, сюда, и налево. Направо. Давай, направо. А чё ты? Зачем? Чё ты делаешь? Ну иди ко мне, я тебя восстановлю сразу. Чё ты? Просто что ты вытворяешь? Мы уже проходили это. Зачем вытворять что-то? Вот видишь, я теперь не успеваю сюда, наверное, нажать. Так, я нажал? Нет, я не нажал. Ну вот. Это из-за чего произошло? Из-за того, что ты какую-то ерунду сделал. Сейчас он будет... Что он будет делать? Прыгать он будет на меня. А ты куда бежишь? Because where to run, I don't know. Да под ним беги. Ну, куда? Я бегу, а ты не можешь. Просто я не понимаю. Мы уже прошли это в прошлый раз. Ты сказала, что ты все запомнила. Давай, Настя, соберись, соберись. Ну а что ты умираешь? Why to do it? Ну что ты умираешь? Давай. Лети ко мне сейчас быстрее, я тебя резурекну. Что ты умираешь? Беги быстрее. Вертолет, да-да-да. Прыгай, прыгай. Я дотронулся, резурек. Встречаемся по центру, давай. Вот здесь, вот центр, смотри. Повторяй за мной просто, смотри. R1 сейчас будет, жди, жди, жди. Во! Так, иди сюда, смотри. Повторяй за мной, R1, направо. Все, видишь, все отлично. Так, 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 жди здесь. А, мы сейчас... Да-да-да, это я забыл. Ну, я не успел, но ты меня резурекнешь. Быстренько, быстренько. Все, пошли, успеем, если попадем. Я в прошлый раз не успел попасть. Не успели. Ну ладно. Видишь, как плохо. Не успеваем резурекнуть. Так, сейчас он будет прыгать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Он снова то же самое делает, смотри, the same. Оп. Так, иди сюда, сейчас будем направо бежать. Вот, направо. Так. Так, сейчас он будет, подожди. Жди, жди, жди. Вот, все, поехали. И сразу на другую сторону, мы же нажимать должны. Давай, давай, давай. Я успел, хорошо. Вторая фаза. Жди, что он будет делать? Я не помню. Ой, сюда он идет. Валим, валим, валим. Иди ко мне, я срочно. Срочно. Все, сейчас будет. Иди сюда налево сразу. Сейчас он будет, смотри, бить более тщательно, более так. Пам-пам-пам, смотри. Пам. Пам. Проехали. Повторяй за мной, что-то. Все, о. Давай, ты прыгай, я прыгаю. Кто прыгнет, тот прыгнет. Все, yes. Молодец. That's it? Не знаю. Ой, еще, смотри, что. Так, а как, oh. Как яйца тут убить? Убей, давай, меня, в первую очередь. Так, стукнули. No, it's так. Like all the bosses or what? Настя, лети, oh. Лети, ну что ж ты делаешь, ну? Я лечу, ну смотри на меня. Лечи, лети. Лети. Бам. Молодец, молодец, хорошо. Только меня не бей. От меня отходи, если что. Так, она сейчас будет бить вверх. Все. Ты стукнула? Молодец, да. Держись. Сейчас будет дальше что-то. Так. Ну, ты не успеваешь. Я тебя резну, быстрее лети сюда. Хотя, подожди, я сюда... А, ты не умерла, все нормально. Я думал, ты не долетишь. Куда мы бежим? Все. Мы возвращаемся снова с этой ловушки, которую у нас сбросил да. С этой ямы. Подожди. А, вот мы открыли эту штуку. И теперь мы снова вернулись, да? Сюда нам надо было, да? I don't know, you went there. Да. Так, сейчас, по-моему, он нажмет, и ловушка снова сработает. Или нет? Но мы сейчас будем с ним, еще один босс должен быть. Или все? Все? Мы победили?
Неужели? По-моему, что-то еще было. Еще одна глава. Ребята, это что, последний уровень? Напишите, кто в чате проходил. Мы прошли последний уровень, или он нас гипнотизирует сейчас? Мы сейчас начнем танцевать? Это концовка или еще... Он, наверное, еще одну ловушку включит, мне кажется. Ну что-то должно быть такое. Это концовка, Алекс Плей, напиши, пожалуйста. Это концовка, что, сколько уровней еще осталось? Напиши конкретно что-нибудь. Нет. Да, гипнотизирует. Сейчас будет... Сейчас он нас обманет. Ну что такое нет, нет, нет? Ребят, вы напишите полностью предложение. Что нет? Что такое нет? Там еще будет уровни. Сколько уровней? Кто подскажет? Вот напишите полный ответ сразу. Будет 10 уровней, будет 20 уровней, будет 1 уровень. Это он отвлекает внимание. Да, я убежал. Так, побежали за ним. А, вот этот уровень дурацкий. Да, вот, Настя, ненавижу этот уровень. Короче, я только его тоже пройду, Настя. Ты можешь не пытаться. Он мега очень сложный. Он дурацкий, мега сложный. И я уже его не прошел. Я, правда, не знаю даже как. Я его пробовал раз 50. Ты тоже можешь пробовать, но просто я знаю, что... Ой. Что он мега сложный. Я даже на YouTube смотрел прохождение, но... А зачем я так делаю? Я что-то не понял, как вот с этой штукой? Я что-то неправильно делаю, наверное. Как с этой штукой, на которой вот сейчас я вешаюсь? Туда никак. Я просто не понял, как там перепрыгнуть дальше? Что-то я вообще не понял. Потому что я успевал и не мог прыгнуть. Ну-ка. Так. А, вот сейчас я успеваю. Здесь просто надо бежать. Ты понимаешь, насколько сложно? Да. Здесь еще надо бить. Я, наверное, слишком быстро прошел там. Надо было помедленнее. Здесь надо было пробежать как-то. Я не знаю, чуть-чуть не хватил. Очень сложно, очень сложно. Надо просто мега все быстро делать. Но я уже понял начало. Почему? В прошлый раз было, а я ничего и так. Я так же все делал. На меня то бьет, то не бьет, фиг знает как. Ты можешь тоже сразу начинать бежать, Настя. Успеешь. На. О, на этот раз. Так. Ну, пожалуйста, Рейма. Что ж ты делаешь? Я не успел из-за вот той штуки. Тут вообще одна ошибка и все. Я не знаю, сколько я раз буду пытаться тут уровень пройти. Эй, ну что ж такое? Может, я успею еще? Может, мне время дают? Мне уже не дают. Еще джойстик неудобно, вот как-то стик левый нажимает неудобно. Что-то не получилось, просто не пошло, он остановился на месте. Прошлый раз прошло, знаешь. What, because you were too fast. Now? Yeah. И что мне делать? Я ж не могу быть немедленно. Я как иду, так иду. Я просто не знаю, когда тут быстрый я, когда медленный. Я сейчас был еще лучше быстрее, чем в прошлый раз. Скорее всего, был медленный, наверное. Ну давай, Рейман, ну беги. Вот ненавижу, ну вот эту штуку. У тебя тоже не, у тебя всегда получается, у меня не получается вот эта вот ерунда. Кольцо вот это вот. Как ты делаешь геймпад?
когда крутится он, а, Настя? Как ты делаешь? Well, I die. Да не тут, а вообще. Это когда вот круг такой ты бежишь. Как ты делаешь? Just вот так? On the side. Как? Вот смотри, like вот так. Like left or right. Вот так вот ты делаешь вот этим, no. когда надо, или как? Ah, yeah, I'm trying, but... Ну, скажи, как ты это делаешь, я спрашиваю просто. Check and check. Но у меня почему-то иногда не получается. Он просто как будто не бежит. Then keep only left, I don't know. Or right. То есть ты думаешь, что я не надо так круг делать, как я делал? Ты хочешь сказать Too так? Late. Да я понимаю. Ты что хочешь сказать ты мне? Only this. Ну хорошо. Ты смотри на мой геймпад тогда. Как я делаю. Потому что я и сам не пойму, в чем проблема. Я был медленный или был быстрый? Скажи, быстрый. Пожалуйста. Я был в прошлый раз самым быстрым и пробежал. Поэтому я не знаю, о чем ты говоришь. Я, наверное, медленный все-таки. Да, кстати, ты права. Вообще не надо круг ничего делать. Сейчас он не побежал. Мне надо вот за ту фигню зацепиться. И там уже концовка. On the rope. Да, там уже концовка. Да, вот налево держать стик намного удобнее. Получается. You don't need to make. Но я там плохо нажал на кнопку, очень поздно. Я не знаю почему. Мне кажется, очень плохо то, что произошло. Давай, Реймон, беги, пожалуйста. Why is no safe? Что? There is no safe. Like checkpoint. Настя, забудь про это. Это были хорошие игры, которые реально сложные. Ты еще не знаешь. Вообще есть игры, которые вообще нет сохранений. Ты проигрываешь, ты с нуля наиграешь. Ты слон. Я вижу, что ты слон. Здесь. Настя, я налево просто не нажал. Направо, вернее. Потому что геймпад не особо... Ну, у меня уже скользкий просто геймпад. Я уже настолько устал играть, что прям в руках скользит геймпад. Я прям даже кнопки не могу нажать. Настя говорит, ты был медленно. Ну, конечно, был медленно, но я же вижу. Ты лучше скажи, как мне пройти это лучше. Вот что мне надо. Мне нужна помощь, как пройти игру, как про с первого раза. Да, пожалуйста, Рима, ну почему ты такой медленный был? Так. Летим, летим. И вот надо вот так вот. Ты видела, да? Да. Он опять не побежал. Я направо сжал. Вот. Я ненавижу вот эту R1, когда бегать по стенкам. Он ужасно бегает. У меня вот вся игра с этой проблемой, с этой кнопкой постоянно. Потому что Настя даже лучше играла. Я что-то неправильно жму, наверное. Настя, когда проходила обычный уровень, у нее лучше получалось, чем у меня. Ненавижу эту вот кнопку. Вернее, вот саму механику игры, как он бегает, он иногда просто фигово бегает. Может, на клавиатуре легче проходится, чем на геймпаде, мне кажется. Ну, я не уверен, конечно, но возможно. Здесь как бы я уже на автомате все делаю. То есть тут... Вот поздно. Но тут как бы пофиг, по-моему. Тут пофиг особо. Разницы нету. Давай, пожалуйста, с первого раза. Так... Ну вот, видела ошибку. Хотя, пока еще нормально. No.
Just can't you grab this? Нет, rope? Тут нельзя, видишь, я сразу порежу себя. Здесь надо вот сюда идти, я ж помню, Настя, я помню тут. Вот. Все, видишь? Я же тебе говорю, я же проходил, все. Чуваки, всем, всем надо по лайку теперь ставить после этого прохождения. А, от вас лайк, ребята. Ой. Ой, сколько попыток. Кстати, немного было попыток. Я честно говорю, когда проходил первый раз, я 50 попыток, наверное, пробовал вообще пройти. Что это будет сейчас? А это кто такой? Это он уехал? Yeah. То есть мы его еще не победили? А это что такое? Это ты? Я уже забыл, что это ты. О, это мы за ним сейчас победим. Давай. Все, отомсти, Настя. Твой любимый уровень. Ты должна сейчас прям показать свой скилл. Здесь может быть... Ой, от бомб я забыл. Это ерунда. От бомб-то взрыв идет. Аккуратно. Видишь, сколько тут взрывов от бомб? Смотри, вот видишь. Но вот когда бомбу взрываешь, слева ничего не летит. То есть на тебя. Так, что это? Что это за пушки? Сейчас будет назад стрелять, но нет. Так, у нас здоровье есть, да, какое-то? Ой. Кто-то попал по мне, я бутылку возьму. Ой, нельзя так подходить. Так, иди сюда, назад отходи снова. Не убивайте взрывы. Они только нас убивают, реально, забудь. Лучше реально присосать их лучше к себе, мне кажется. Видишь, что происходит? Сложнее просто становится. Так, бутылочка. Так, крути, крути эту фигню. Их собираем. Так, тут что-то падает. Отлично. Угол, 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 угол. Все, прошли. А то я думал, ты все, мы тут застрянем на ровном месте. Так, иди назад сразу, Настя. Ты назад, я вперед. Крутим, крутим, вертим. Так, вперед лети, чтобы тебя восстановить. Все, назад. Так, собираем. Где у нас тут какие-то штучки? Отлично, собрали хорошо, прилично. Ой, как он так попал. Блин, ну как они попали? У меня было 2 здоровья. Так, вот тут вроде сохранение, вот чекпоинт это. Так, и вот босс, наверное, будет, нет? Нет, еще босса нету. Но музыка как будто босс. Ой-ой-ой-ой, все за мной, аккуратненько. Ой. Лучше стой где-нибудь. Я попробую сейчас взорвать. Так, куда стрелять-то тут? А, можно... А, ракеты надо, чтобы туда шли. Rockets should go туда. I guess. Или нет? Нет, я что-то передумал. А, точно надо что-то... О, ракеты, ракеты. Ну-ка, в себе засасывай. Засасывай. Нет, их надо будет потом использовать. Ну как мы так умерли? Не лезь вперед. Короче, возможно... I wasn't, I was dead. Ракеты вот эти не уничтожай, засасывай их и кидай на них. То есть вот этой, и потом кидай. Может быть, ракеты вот эти работают, я не знаю. Не, на них... А, вот, засосал. Ну-ка. Не, не работает. Наверное, надо просто убивать их, а потом... Потом чуть позже. Ой, аккуратно. Я думаю, что мы просто летим здесь, как бы надо лететь и все. Можно не убивать. Ты лучше бомбу не взрываешь, тебе говорю. Мы сами себя убьем потом. Осколками от бомбы. Поэтому аккуратнее. Сейчас полетят ракеты. Куда мы прилетели, смотри. Непонятно. Так, ну что, все?
А еще, наверное, с боссом будет битва. Ребята, будет с боссом еще битва или что? Что это, концовка? А так, а что это, солнце? Что это? I don't know. А, это что? Это типа бомба какая-то или что? Yeah. Так, а мы где в это время были? Мы же тоже могли погибнуть, да, Настя? Если бы... Мы же тоже близко были. We were close. That's it, I guess. Ой, неужели мы прошли? Оп. И все, и продолжилась та же жизнь, как и была в начале игры. Типа они все едят, спят и все как бы. На этом вся жизнь их. Настя, мы прям молодцы. Ой, как спать хочется, конечно. Но если честно, я бы все еще зубы нашел. Все бы зубы нашел. Да. Но если так посмотреть, сколько мы зубов можем сейчас открыть? Вот просто давай посчитаем. Сколько у нас уже есть? 6 или 4? Или 5? 5. 5 у нас. Или 6? Да, 5. То есть нам надо еще 5, ты говорил, да? Да. О, отлично. А 350 дадут? Нет. Не дали. Ну, неплохо. Ну и концовочку давай оставим. Тут можно прыгать, что-нибудь делать. Ну, хорошая игра, да? Да, сложная в конце, но это концовка. Последние уровни были. Настя, как ты думаешь, сколько времени? Не смотри на время. Закрой глаза. Сколько времени? Угадай. The time is like 4 o'clock. 4:38. I don't know. 4:38 у нас утра. Ну ничего, зато прошли. Я правда уже есть хочу, а надо спать на самом деле. Ты тоже голодная? Да. Тоже хочешь кушать. То есть нам надо есть, но надо спать, как бы ложиться. Мы такие голодные сейчас, столько сыграли. Сколько калорий эта игра убивает. Ну, надеюсь, вам понравилось, ребят. Реально было сложно, я не знаю. Если вы думали, что я там Настю ругаю, мне просто так, я себя как бы подбадриваю, чтобы лучше играть. Настя-то хорошо играет, скажите, ребят. Настя вообще... У нее опыта мало, но она хорошо играет. I like only Garden Warfare. Настя любимая игра Garden Warfare, между прочим. Ну мы как-нибудь вдвоем сыграем в Garden Warfare, но только там экран будет вот так вот делиться. В PlayStation 4. Split screen, короче, называется. Разделенный экран. И мы поиграем на PlayStation 4 как-нибудь. Ну не знаю, когда. Ой, ребята, если что, кто донатил, я сейчас прочитаю, если там что-то было. У нас было пару донатов, но я не вовремя читал. Сегодня от Андрея было 2 доната у нас. И кто еще донатил? Еще Ворсейкс. Очень трудно произнести, надеюсь, я правильно произнес. Всем спасибо, что сегодня поддерживали нас. Надеюсь, вам понравилось. И вот мы это прошли все. Конечно, можно еще зубы там открывать эти. Мы вначале их открывали, да, но можно было не открывать, мы время тратили. Потому что мы все на все не открыли. Ну что, можете спрашивать что-нибудь, какие-нибудь вопросы задавать. Пока еще стрим не закончился, у меня есть время ответить. Когда ПВЗ китайский стрим? ПВЗ китайский стрим? Не знаю, мне, честно, надоело немножко. Вообще ПВЗ надоел. Хотелось, вот и поэтому в разные игры играю. Вот мы играли в Doom, в Need for Speed 5. С Настей мы что прошли? Little Big Planet мы прошли, если не смотрели, скоро будет на канале. Потом мы прошли ПВЗ, просто так поиграли. Бесконечный режим, да, Настя? И вот сегодня у нас третий стрим совместный с Настей. Да, Настя? Третий да. Же стрим, не четвертый, правильно? Нет. То есть, вот. Первый был у нас когда? В понедельник был? Да, в понедельник был у нас первый стрим. Второй стрим был во вторник. И сегодня четверг был третий стрим. В среду мы пропустили. И следующий, не знаю, может воскресенье, может понедельник. Но следующая неделя. Посмотрим, как там. Пока не знаю. Будет у нас перерыв небольшой, да, Настя? Я, может, один постримлю что-нибудь. С Настей мы и так уже проходили. Настя уже поднадоела, что-то немножко отдохнула от игр, да, Настя? Mm. В общем, вот такие дела. Я еще хочу Майнкрафт. Ну, не знаю, Майнкрафт когда будет. Это еще не конец. Есть второй босс. Это вторая сюжетка. Этот босс фея. Посмотри на ютубе все боссы в Рейман. Там еще, говорят, второй босс.
Ты скажи лучше, Иван, как открыть второго босса? Это надо вот эти зубы все собрать. Да. Скорее всего, да, феи, феи, да. Феи, зубы. Вместе все это связано. Играть стратегии некоторые. Но я вот Warcraft уже проходил. Как только пройду Warcraft, может, что-нибудь еще возьму, какую-нибудь стратегию. Пока... Сделай расписание, Андромалик. Сделай, где это написано? Андромалик, сделай расписание. Ну, потому что у нас нету... Вот снова у Насти что-то. И все, и он восстанавливается. Я не знаю, что это такое. Ничего даже нажимать не надо. Это может это мой, мы же даже не знаем. Возможно, это и мой. Это неизвестно какой. Где-то... No, it's me because I'm saying that there is no player too. Точно? Да. Значит, либо у тебя геймпад что-то случилось, может он упал, либо это батарейки плохие, не знаю, с чем связано. У нас не было таких проблем, да? Никогда. Может это только в этой игре, кстати. У нас был этот в другой игре. Нет, до конца пусть будут титры. Что там? Mm-hmm. Все нормально? Но сколько гигабайт, кстати, осталось? 34. Нормально, 36 гигабайт у нас осталось. Да, время-место уже под запись заканчивается. Надо что-то чистить, удалять. Ну что, все, ребят, спасибо, что смотрели. Герои Магии Меча третью часть я смотрел. Елисей Когут. Смотрел третью часть, как я проходил? У меня там просто комментов мало и лайков. Если что, заходи, лайкай и комментарии пиши. Тогда и будет у меня смысл проходить герои еще какие-нибудь другие. Трансляция идет 6 часов и еще до этого 6. То есть мы 12 часов сегодня стримили. Прям очень устали. Вы молодцы, Андромалик. Можно быть админом или модером в Rayman Legends? В смысле? Когда я буду стримить Rayman Legends? Я не знаю, когда я буду стримить. Да и модераторы мне не нужны, у нас не так много смотрят. Чтобы кого-то там банить, еще что-то. Я и сам могу увидеть, там что-то закрыть. Вот когда стрим, там 1000 человек было, вот там надо, да. Ну а пока не нужно, у нас хватает. У нас Глеб справляется. И Антон Гэп иногда бывает, он просто во время не попадает вовремя. Он в другое время заходит. Когда у нас стрим уже либо начинается, либо заканчивается. This guy is asking you for 4th time. Что? Илья. Андромалик, это твой. Лагин Илья, да. Да, Настя, Нет. Я ответил на твой вопрос. Как называется ваш клан в Clash Royale? Ну, там мест нету, называется он Андромалик Play. Я же в группе ВКонтакте писал, ссылки выкладывал, там можно было увидеть все это дело. Ну, если будем проходить Rayman Legends, то может быть через пару месяцев, может через год, через полгода. То есть мы одинаковые игры, ну, не играем в основном. Мы что-нибудь другое пройдем. Мы Diablo 3 будем играть, да, Настя? Crimson Land можем поиграть вдвоем. О, да. Crimson Land. Мне нравится. Да, Crimson Land ей тоже нравится. Garden Warfare, Crimson Land. Еще мы... Зомби, помнишь, как эта игра, где же стрелять надо машины там? Zombie Nation. Zombie Nation еще. Нет. Не Zombie Nation. Nation что-то. Короче, какая-то про заражение, где все зомби стали, есть игра такая, где вдвоем можно играть, тоже будем играть. Zombie Nation как-то. Ну, нет, не Zombie Nation, что-то Nation, не помню. Как там называется. Но я думаю, вы знаете. Если кто-то знает, напишите мне название сейчас прям. Overcooked, да, Overcooked тоже. Будем играть. В одинаковые игры. Я говорю, мы вдвоем в одинаковые игры, похоже, не играем. То есть, если мы Legends прошли, Реймана прошли, то мы в Legends не скоро будем. То есть, мы Origins прошли и... Ты не хочешь в Legends завтра поиграть? Нет, Настя? Видишь, Настя не хочет. И я тоже не хочу. Поэтому мы перерыв делаем пару месяцев, может, полгода. Когда соскучимся по этой игре, вторую часть. Вторая легче намного, вторая Legends. Там только один босс был, по-моему, сложный. But we didn't finish this one with the... Да, может быть, мы эту пройдем, да, как-нибудь один стримчик маленький. Тут один час, может, два осталось. То есть нам надо все зубы собрать, и будет фея, последний босс какой-то. Я не знаю, зачем фею убивать, она же вроде хорошая фея. Зачем? Непонятно, видимо, какой-то... She was corrupted. Да, by zombies. Какой-то... Проклятая будет она, наверное. Мне еще просят Geometry Dash поиграть. Ну, не знаю, честно. Geometry Dash, мне как-то стилистика игры не очень понравилась. Outlast тоже не нравится. Так в Outlast вдвоем не поиграть. Мы только играем в игры, которые кооператив. А просто так я не буду играть.
Илья, сколько мне лет? Ну, мне 12, ты же знаешь. Все знают, да, ребят? Плюс в чат, если вы знаете, что мне 12 лет. Давай в субботу по ВЗ2. Но в субботу, скорее всего, на пляж, возможно, пойдем. Не будет стрима. Может быть, в воскресенье будет. Не знаю, посмотрим. Я немножко отдохну. Мне сегодняшний стрим у нас 12 часов был. Надо пару дней отдыхать. Вот, плюс, смотри. Все знают, что мне 12 лет. Плюс. Курагин Илья. Я сказал, 12 лет. Вон. 12 лет, 100 тысяч подписчиков. Ну, так это немного, на самом деле. На самом деле, вон выходит Need for Speed, там 1000 просмотров всего. То есть 100 тысяч подписчиков нету таких. Это просто